по области выявлено 11 случаев положительных случаев коронавирусной инфекции. Всего по области получают лечение 112 пациентов, из них 24 пациента находятся в инфекционных стационарах. По городу Актобе 19 пациентов получают лечение, по районам области 5 пациентов получают лечение. Из них в Мартукском районе 4 пациента и в Хронтовском районе 1 пациент. По пневмониям за последние сутки выявлено 5 случаев пневмонии. По итогам наложено 18 штрафов на сумму более 5 миллионов тенге. Вы требовали по ношению масок, по частному мытью рук, соблюдать требования по профилактике коронавирусных и массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничном увеличении заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне роста ОРВИ и гриппа. По итогам наложено 18 штрафов на сумму более 5 миллионов тенге. Вы требовали по ношению масок, по частному мытью рук, соблюдать требования по профилактике коронавирусных и массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничном увеличении заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне роста ОРВИ и гриппа.